20 октября с 11 до 13 часов в Серпуховском центре реабилитации инвалидов «Меридиан» совместно с клубом многодетных семей в очередной раз будет проведена благотворительная акция «Нужные вещи». Абсолютно бесплатно можно забрать понравившуюся одежду, обувь и игрушки или обменяться вещами. Приглашаем принять участие в мероприятии. Приходите, и вы поможете и себе, и другим.